Всем привет! Собираем очередную кухню. Собрали низ, установили каркасы, стянули, столешницу положили. Сейчас будем навешивать шкафы. Хотим показать перфоратор аккумуляторный. Фестол. 18-вольтовый. У перфоратора два режима: долбление и сверление. Есть такой переходник, возможность подцеплять центротекс. Можно с одним перфоратором залазить на верхотуру. Просверлить и сразу прикрутить. Но этим мы почти не пользуемся. Это уж если куда-то совсем высоко надо залазить. Перфоратора есть клипсы для крепления на поясе, на кармане, ну, за что-нибудь цепить. Есть реверс, переключение оборотов влево-вправо. Еще фишка такая есть — амортизация. Гаситель вибраций. В общем, на руку передается меньше. Есть подсветка. Здесь же индикация заряда батареи. Аккумуляторы все подходят друг к другу, поэтому с этим перфоратором, в принципе, мощи хватает, чтобы вешать шкафы. Функция плавного пуска есть, ну, регулировка, как на шуруповерте. Для чего? Контроль очень хороший. Когда стены тонкие, все это контролируется. И, ну, сейчас уже не долбим насквозь, все это аккуратно и безопасно. Имею в комплекте вот такую присоску для перфоратора, для пылесоса. Что будем сейчас демонстрировать. Штука, конечно, хорошая, но не всегда удобная. Если каждый шкаф нужно вешать отдельно, то к пылесосу, чтобы включать его, не напрыгаешься много. Бывает, что обои плохо наклеены, вместе с обоями отдирается. Поэтому есть гораздо дешевле супер вариант, который делается из подручных материалов. В данном случае схема сборки делается это вот так. Сейчас покажем, как это работает тоже.
хорошего и сердито. Все.